Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск. Остановка ДК нефтехимиков. Давайте смотреть продолжение. Тематика День Валентина. Смотрите, какие бокальчики. 410 мл, 99 рублей. Изготовлены из фаянса. Разный рисунок. И за 77 рублей. Медвежата за 55. Мягко набивная. Тоже разные. А эти побольше за 199. А это что такое? А это корзинка, сердце 13 на 13 и 12 сантиметров за 77 рублей. Сейчас раскрою. Вот такая. Изготовлена из полиэстера, дерева и картона. Фоторамки за 99. Две 15 на 10, три, вернее, 15 на 10 и одна 10 на 10. Оберточная бумага. И фоторамка такая. Ну, это уже была за 199. А бумага 70 на 100, 51 рубль. И у нас уже появился товар. Сад-огород. Уже выставили девчонки. Пакеты для рассады. 0,6 литра. 25 штук. Пятьдесят один рубль. Набор информационных табличек. 10 штук. За 55. Органическое удобрение. Биогумус для рассады. Рассада в два раза гуще. Эффективнее. Марганцовка 10 грамм. Так, этот биогумус 99, марганцовка и гидрогель 25-50. Гранулированный биогумус за 51 рубль 350 грамм. Ничего, конечно, мне это не говорит. Я рассаду не сажаю. Но кто сажает, смотрите. А теперь давайте посмотрим товар с канцтоваров. Пенал с резинкой. С оборотной стороны резиночка. Семьдесят семь рублей. Ну, еще зелененький покажу. Как он выглядит внутри, на замочке. Держатель для фотографий и заметок. Товар в стиле лофт в магазинах Fix Price. В виде бриллианта. Можно вешать не только заметки, но и, мне кажется, фотографии. Вешаются на прищепочки.
изготовлена из бумаги, картона, из железа, бумаги и дерева. Девочки просили, чтобы я сняла пряжу, вязание, пряжу, но у нас как-то здесь не особо много ее. Пряжа из Троицка, деревенька, 100% шерсть, 153 метра за 77 рублей. Разные расцветки. Затем идет такая пряжа за 99, 200 метров, 100 грамм. Вот еще пряжа 99 рублей. Так. Это у нас 100% полиэстер. Тоже разные цвета. И вот такая объемная пряжа. Смотрите. Сейчас объемные шапочки как бы модные. Я смотрю, они такие дорогие. Тоже разные расцветки. 99 рублей. Длина 60 метров, 110 грамм. А здесь целый набор. Здесь входят спицы, пряжа и инструкция. Изготовлена из полиэстера. Спицы вязальные бамбуковые 35 сантиметров. Шесть и три миллиметра в объеме. 6,3 миллиметра. Потолще и потоньше. Крючки 6 штук. Нитки различные. Ножницы. Различные наборы для рукоделия. И, наверное, на этом и все. Я не знаю, может быть, попозже привезут. Но пока у нас вот в этом магазине все, больше нету ничего. Итак, давайте смотреть любимый Василек. Халат, кармашки имеются накладные, горлышко мысиком на пуговицах, сзади немного подлиннее, сверху покороче. Сто процентов хлопок. Оно больше даже называется не халат, а халат-рубашка. Халат-рубашка в клетку. Розы. D117. Вот. 546 рублей. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании под видео. Проходите, смотрите. Кому что нравится, выбирайте, покупайте. Забыла сказать, размер 58, он подходит на 54. Еще один халатик, тоже неплохой. Карманы тоже накладные, на замке. И еще идет к нему пояс. Не знаю, нужен будет пояс, не нужен, но поясок идет. Я в последнее время постоянно покупаю туники, а это решила взять халаты. Значит, бежевый халат на молнии. Узоры называется BN2. 588 рублей. Тоже 58 размер на 54.
Такие сорочки я беру постоянно. 100% хлопок. Они мягкие, приятные к телу, не вытягиваются. Они, конечно, дорого выходят, но они стоят того. До этого я брала голубые, теперь вот есть бежевые. Женская сорочка с вырезом. 427 рублей. И вот так она внизу сделана. А это комбинезон. Комбинезон корона. Только почему-то написано, что он розовый, но у нас пришел голубой. Трикотаж. М корона 2. А, голубой. Вот, смотрите, здесь розовый. Вот здесь розовый, а здесь голубой. 574 рубля. С шортиками. Шортики, видите? На поясе и кнопочки. Так, какой размер здесь? Размер 44. На 46 он немножко маловат. А на 42 большеват. Ну, в общем, найдем, кому носить. Смотрится хорошо. Теперь, кому вот этот он маловат, она хочет взять побольше. А это туника «Узоры». А здесь на кулиске, или как оно правильно называется, не знаю. Вот таким образом собирается. И снизу тоже узоры. Туника «Узоры» 147К, 56 размер, 392 рубля. Костюм. Вернее, здесь написано «Женские штаны с манжетом и кофточка». D773. Так, где это? Так. Вот. 840 рублей. Неплохо сидит кофточка с якорем и штанишки на манжете. Размер 58. Еще один костюм. Костюм коротким, с коротким рукавом. Принт «Лилия» 62-84. 52 размер, 602 рубля. Штанишки, рукав короткий, штанишки длинные. На манжете. Теперь носки. Как говорится, носков много не бывает. Вот такие. Муран. 46 рублей пара стоит. На 230 рублей. 5 пар. Эти с авокадо тоже 46 рублей. Девчат много, пока разберемся и по чуть-чуть всем достается. Поэтому носочки мы берем всегда. Вот такие носки. А эти носочки по 62 рубля. Тоже 5 штук. $310 упаковка. И последнее. Это у нас постельное белье. Поплин. В сердечках. Двухспальное. Вот такие сердечки. Значит, наволочки тоже с сердечками. А простыня идет другого цвета, и пододеяльник тоже идет другого цвета с обратной стороны. Очень хорошо смотрится, мне нравится.
неплохой комплект. Комплект называется «Валентинка» в голубых тонах, двухспальная, 1479 рублей. Все ссылки на любимый Василек я оставлю под видео. Проходите, смотрите и заказывайте. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.